я на пляже загорал, жизнью наслаждался, в воду теплую нырял, плавал и плескался, погодка благодать, девки ходят рядом, как хотелось их обнять, раздевая взглядом, как хотелось их обнять, раздевая взглядом, вот гляжу, стоит одна, хороша девица и красива и стройна. Нужно лишь решиться, я недолго размышлял, подтянул животик, по песку к ней зашагал, точно бегемотик, по песку к ней зашагал, точно бегемотик, просто низкого я был, лысый и нахальный, ни одну ведь покорил, в жизни виртуальной увидал меня как лань. Девка убежала, видно маленькую дрянь, что-то испугала. Видно маленькую дрянь, что-то испугала. Я повыше нос задрал, пот смахнул рукою, как Калигула стоял. С гордой головою завтра всем я расскажу о моей девице и подробно опишу грудь и ягодицы, и подробно опишу грудь и ягодицы, ведь давно уже живу в мире виртуальном, все в нем точно наяву. Стало мне реальным, в нем я как Ален Делон, женщин соблазняю, так же как Наполеон, я их покоряю, так же как Наполеон, я их покоряю.